9 часов 11 минут дежурному участию МВД Зеленоградскому району поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на дороге в районе поселка Янтарного Круглова. Соответственно, выехав на место происшествия, было установлено, что автомобиль Dodge выехал на полосу, предназначенную для встречного движения на закруглении дороги, совершил наезд на придорожное дерево, в результате которого автомобиль получил значительные технические повреждения. От удара произошло возгорание. Оба гражданина, находившиеся в автомобиле, погибли. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, выясняются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Ну и, соответственно, просьба к водителям, кто в этот период времени проезжал мимо и видел, и может что-то пояснить по обстоятельствам данного происшествия, сообщить дежурную часть.